Чудное утро 8 августа. Бездонное синее небо подпирает наш небосвод. Мы медленно, но неотвратимо просыпаемся. Кто-то уже принял ванну с утра. Кто-то же просто принял. Кто-то вчера, а кто-то просто принял. Мы продолжаем есть крылышки, жареную картошку, пить пиво под названием Бад или Буд. Понимаем, что Бад, но написано-то Буд. Как, бодрячком? Бодрячком, бодрячком. Вот. Руки заняты, не могу показать. А также поедаем неправильную колбасу. А где неправильная колбаса? Правильное сало. Тогда бутербродик сделаем. Вареную картошку. И опять пьем пиво. И опять Бад. Игорь Иванович, да. Доброе утро. Доброе утро. А вы знаете, что вот мы не такие интересные персонажи, а вот рядом стоит человек, у которого черный верх, черный низ и разгрузка белая. Понимаю. Белая. Вы не переводите стрелки, пожалуйста. Игорь Иванович, мы купаться пойдем голенькими. Так пошли. Я готов. Можно без камеры? Я готов. Ты знаешь, у нас люди, купающиеся голыми, попадают исключительно на камеру. Я сегодня свои трусы не выгладил просто. Ничего. Будин с башкой, когда купались голыми 3 мая, попали очень хорошо. В кадр влезли. А слон идет купаться. Мы пришли на то место, которое не смогли обиходить, поднимая одного или двух бойцов, пулеметчиков, весной этого года, в мае, 5 мая. Мы вернулись. Воды стало существенно меньше. Можно сказать, почти ее нет. А здесь сплошняком стояла вода. Сплошняком. Видите, вот то, что чернявенько. И то, что с веселой растительностью зеленой. Тоже это все сплошняком стояла вода. Мы пытались обваловать этот раскоп, защитив его от притока воды. Мы пытались откачивать из этой ямы, так как это делает Михаил Юрьевич сейчас с тазиком, 3 ведрами воду. Не вышло. Ее было слишком много, водоприток был огромным. И поэтому мы оставили это место в отработку до лета, то есть до сего дня. Как минимум один боец здесь действительно есть. Вот это валенок. И он идет вот сюда. Мы простали корни этих деревьев. Их выросло 2. 2 березы, возможно, по количеству бойцов, находящихся здесь. И очень тихо и буднично, без криков и воплей, в корнях одной из берез обнаружили медальон. Почему не было ни криков, ни воплей? Да потому что... Почему не было радости? Потому что он расколот. Видите? И крышка, и сам медальон друг от дружки были в отдельности. И надежду установить бойца мы, к сожалению, утратили сразу. Но! Павел Иванович нашел. Но! Это еще раз подтверждает то правило, что у каждого лежащего здесь и обнаруживаемого бойца был медальон. Ищем второй. Да, ищем второго. Но условия, конечно, очень сложные. Корни проросли через них. Вещи между ними. Чача. Ну что поделаешь. Других условий нам ни природа, ни война не оставили. Мы решили сейчас дожать корни. То есть дожать, это значит отъять их, убрать их от корней, этих двух деревьев, в сторону, освободить их полностью, корневище.
дойти до уровня, на котором лежат останки бойцов. И поскольку сегодня не взяли топор с собой, сегодня оставить после освобождения корней все как есть. Завтра придем с топором. Не будем сейчас мы никого посылать в лагерь. Завалим обе березины, придется это сделать. И уже под корнями исследуем полностью грунт и поднимем обоих бойцов. Надеюсь, что их два, потому что два противогаза. Вот первый противогаз с разбитой стеклянной флягой. А вот второй противогаз. Не пропьешь. Как говорится, предъявите. Кстати, если ты не пропьешь, мне захотелось... Что, бахнуть? Маша, давайте с ним пропьем. А почему бы не бахнуть? Да. Пойдемте, ребята, апельсин съедим. А запить? Устал. И спил из твоего кубка. Из чего? Нет. Да. Развинтились. Это просто друг спас друга. Паша, иди сюда, мой друг нашел слово. Будь проблем. Это было самое интересное. Это было бы прикольно. Надо было бы. Когда бы так. Еще, еще. Я не смог. О. Ты знаешь, а ты видел фильмы такие, там красные такие шарики на... Оставляй, оставляй. Сел. На красный шарик не понадобится. Там на лямочке красный шарик такой был. Подожди. Сними потом, пожалуйста, на фото. На фото. Сейчас. Это видео или фото? Смотрим в вечность. В обраточку прилетело, да? Ну-ка покажите, предъявите, Михаил Юрьевич. На, нет, на, нет. Подсвети, 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 хорошо. Так. На, нет и покажите вверх запаян у кружки. А тут разорвано все. Прекрасный кадр. Какое эхо. Мы постепенно подбираемся к кульминационной точке нашего повествования. Неспешно, через показ будней поисковой экспедиции, через смех и шутки участников. Мы еще не знаем, сколь сильно через несколько суток проявится война и то, что произошло после нее. И в нашей судьбе проявится, и в судьбе, по сути, главного героя этих событий, русского солдата Егора Ивановича Яшина. Потерпи, уважаемый зритель, всему свое время.